Всем тем, кто пришел посмотреть очередной ролик, привет, хорошего и удачного дня и продуктивного вечера. Продолжаем наше похождение в мире Fallout 4. И сегодня мы займемся поручениями Гаврика для того, чтобы завоевать расположение данного персонажа. Он нам давал много всяких миссий, большинство которых мы выполнять пока не будем. Он уже хочет, чтобы мы пошли освобождать форт, но я считаю, что мы еще к этому не готовы. Поэтому мы пойдем, зайдем в ресторан Starlight и сделаем там зачистку для того, чтобы подготовить место для будущего поселения. И доберемся до полицейского участка в Кембридже для того, чтобы получить репо с братством стали, которое нам потом поможет. Далее вот два квеста Гаврика на поселение. Но туда идти очень далеко, и в этой серии мы туда не пойдем. Загадывать, на что хватит времени, не будем, поэтому сразу и время терять на раздумие тоже не будем. Сразу пойдем выполнять его миссии. Так, я немного улучшил пистолет, с которым бегаю. Теперь он у нас тактически укрепленный, 10-миллиметровый, с коллиматорным прицелом, с удобной рукояткой и быстросъемным магазином. Все эти вещички, улучшения, девайсы я снял с найденного на продовольственном складе пистолета. И они мне не стоили ровно ничего. Так как я говорил уже про то, что надо смотреть, что нам выпадает на оружие. Это вот наглядный пример того, что в принципе без вкачанного оружейника мы можем получить всякие улучшения совершенно бесплатно. Так, в этом ресторане нам нужно зачистить территорию, убраться, поставить радиомаяк и доложить Гаврику о том, что все готово. Вот здесь лежит ядерный блок, запомните. Очень хотелось бы сходить на завод Корвега, но как-то не получается у меня. Удивительно, но факт. На этом заводе мы найдем очень полезного пупса, который будет нам экономить заряд ядреного блока. Так что сходить туда надо. Но опять же не будем загадывать. Значит, для любителей мили тут валяется бесхозный тесак, который является средним оружием. То есть побыстрее, чем молоток, но медленнее, чем нож. Но с другой стороны, этот тесак наносит достаточно много дамага и, в принципе, будет полезен любителям миль. Так что те, кто захочет поиграть в мили, может сразу бежать к ресторану Starlight. Вот к этому экрану. И заходить сбоку для того, чтобы обзавестись данным оружием. Красота. Вот такой типичный американский кинотеатр под открытым небом.
Там будет как кино, с кинопроектором, это экран. Типа они сюда приезжают, затариваются пивом, чипсами и сидят в машине и смотрят кино. Продолжаем собирать вещи для нашей ковбойнюрки, гардероб ее обновлять. Так. Вот они, крысы-зайки. Нападение бешеных крысозаек. Часть первая. И мы получаем левел ап. То бишь уровень. Сейчас нам надо будет немного подумать на тему, куда в первую очередь вкладывать таланты. В принципе, нам надо идти к броне, к улучшению брони и к улучшению оружия. И если сейчас мы не поднимем, то есть не получим возможности вложить очки в какие-нибудь другие более полезные вещи, этим мы и займемся. Так, нет, не получили. Значится, берем. Значит, соберем силу. Потом на силу мы с вами возьмем. Упса. И начнем вкладываться в оружейника. Со здоровьем у нас пока все в порядке. Сопротивление урону у нас тоже вполне нормальное. Сами видите. С крысозайками мы расправились, не потеряв ни единицы здоровья. Тут у нас радиация. А тут склад. Ключ мы подняли наверху экрана. Что сэкономило нам шпильки? И зачем я взял разводной ключ? Так, теперь начинаем разбор всего не очень нужного. Ну, всего это я перехватил. Занятие это не очень веселое. Да и, в общем, и не нужное мне лично. Мы с вами жить здесь не будем. Поэтому поселенцы должны все это обустроить сами. Самое главное для производства аккумулятора и радиовышки, это вот эти вот фонари. Они нам дают очень много чего полезного. И мы их разбираем в первую очередь. Надеюсь, нам с вами хватит материалов для того, чтобы построить радиомаяк и аккумулятор. Не аккумулятор, а генератор. Не получится разобрать. Так, туда мы не полезем. Фонит.
Ну, так, понемножечку разобрав местные завалы, попробуем построить генератор. Так, отлично. Нам хватает на маленький генератор. Большего нам и не надо. И хватает на вербовочный радиомаяк. Молодцы мы. Теперь сдаем квест Гаврику. Hey. Нет. What now? I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. Я прям расстараюсь я помогать. Так, выполнено. Отлично. Теперь мы с вами пойдем к полицейскому участку. Так, пока уберем вот эти вот Country Crossing и Нордхаген Бич. Так, тут внутри ничего особо хорошего нету. Но зато навалом всяких мин и растяжек. Поэтому мы сюда соваться и не будем. Пусть поселенцы придут и наведут порядок сами, без нас. Так, тут у нас ничего. Вон впереди светит завод Корвега. Я прямо разрываюсь от желания сходить туда и необходимости идти в полицейский участок. А давайте все-таки, да? Нам все равно надо зачистить вот этот вот супермаркет. Ибо там есть очень полезная журналка, которая позволит нам объегоривать торговцев на бабки. А это нам нужно, причем очень. Поэтому сделаем так. Если у нас зачистка супермаркета много времени не займет, сходим-ка мы сегодня все-таки на завод Корвега. Уж больно мне охота забрать оттуда этого пупса. Ну и, соответственно, проверим себя в бою. Если нужно будет, вложим очки в сопротивление урону. Хотя, в принципе, то, что я вложил вчера очко в стелс, и мы забрали две журналки, в принципе, позволит нам обойтись без вкладывания столь нужных в начале игры очков во всякую фигню. Так, попить. Гаврик, ты лучше по сторонам смотри. Locks really strong. Так, сейф им пока открывать не могу. Чё там, Гаврик? Понаставили тут. Так. Кассу, видимо, уже кто-то прибрал к рукам. Так, нам здесь нужно будет только поначалу. То есть поначалу нам здесь нужен будет только журнальчик. Зачищать супермаркет мы пока не будем. Ибо это долго.
Так, 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 так. Иди ты. Чебурашка. Так, под 45-й. Цели получают 25 единиц. Доп урона открывает течение. Ну что, возьмем. Взяли бы мы его по-любому, но тут мы уже подумаем о том, чтобы его поюзать. В принципе, у нас есть вот такой вот пистолет с коллиматором, но он простой. А тут мы будем, в случае чего, мы получим еще 25 единиц урона. Ну, в общем, все равно мы сейчас заниматься его переделыванием не будем. А быстренько кинем взгляд, чего тут можно захапать. И все-таки сходим на Корвегу. Если Корвега не идет к вбанюрке, то вбанюрка сама придет к Корвеге. Так, вот где-то здесь стоит эта журналка. Ага, вот она. Excellent. Торговцы будут предлагать вам товары по более низкой цене. Берем не глядя. Ну и пошли отсюда. Здесь, конечно, много чего хорошего, не спорю. Но охота заняться более насущными и нужными мне сейчас делами. Также тут неподалеку есть банк. С довоенными деньгами. Вот туда бы я зашел. Проверить проценты по вкладам. Особенно по чужим. Ну, так как по заданиям с подземкой мы все равно сюда вернемся. В общем, в принципе, наверное, мы подзабьемся сейчас на это дело. На банк я имею в виду. И поскачем в Корвегу. Хотя вот он банк. Не будем тянуть кота. Тут много всего вкусного. Аж два будильника. Видимо, работа у банкиров была спокойной. Так, двери открыли. Какой-то банк гостеприимный. Заходи, кто хочешь. А, да, тут вот перед самой войной, видимо, было ограбление. Народ просто снес стенку. И пытался скрыться с награбленным. Но не тут-то было. Ядреная война все расставила по своим местам. Итак, продолжаем разговор. Эпичные памятники. Так, здесь очень много всего. В принципе, было бы очень интересно здесь побегать. Ну, как бы и мне, и вам это... не особо интересно. Хотя, если будет вам интересно, пишите, я пройду. Просто неохота тратить время записи на обшаривание всяких домов. О, гули-гули-гули.
Они как-то прикольно нагибаются перед броском. Не всегда успеваешь среагировать. Кто их этому научил? Так, вот он, завод Корвега. А вот на этой башне находится то, что нам надо. Это что это так красиво жахнул? Так, переходим в стелс. Еще раз. Согласен, Гаврик. Как-то это все не по-человечьи. Да-да-да-да-да. Ну, наш стелс, сами видите, не спасает нас. В первую очередь гасим турель. То есть пытаемся это сделать. Как я и обещал, здесь будет весело. Так, ложим турель. Ложим этого засранца. Так, Гаврик тут присел. Видимо, устал. Да-да-да-да-да. Не забываем перезаряжаться. Но из стелса мы не выходим, так как это нам все равно гарантирует больший урон, на удивление. Угу, а ты что хотел? И как видите, даже большая сопротивляемость к урону. Он там сидит, ворошиловский стрелок. Так, еще один. Так, чуть-чуть подправим здоровье. И заходим. Заходим, ребята, заходим. Так, у нас есть две осколочные гранаты. Гаврик. Не смеши людей. Ага, сработала сигнализация. Они нас видят. Так, вот здесь у них что-то типа дота. Удачно. Пистолет он даже застрял. Часик можно поспать за бесплатное восстановление здоровья. Не, мне очень нравится эта функция, во время боя. Огромное, так сказать, спасибо.
Так, ты где, где здесь? No sign of him now. Так, здесь у нас ничего. Выключим пока. Здесь куча всякого хлама. Да. Так, вы где, ребят? Это именно я. Гаврик, на моем месте должен был быть ты. Over there. Got it. Давай. What the hell was that? Да это Гаврик, а не херня. Okay, cut the shit. Who is that? Вот Гаврика они почему-то не видят. Show your face. Come on, I dare ya. Shit's got ambush all over it. Так, один готов. Так, Гаврик. Пст. What is it? Пст. Так иди туда. Here. Consider it done. Но стреляют почему-то именно по мне. Так, чутка поможем Гаврику. Гаврик, как всегда, перекрыл линию стрельбы. Легкий замок. Почему Литл? Так, что-то я запутался. Пустите меня. Так вот.
куча, хочется сказать, говна, ну, это куча пепла, оставшаяся от врага, которого подстрелил Гаврик. Так, это кто у нас? Так, туда мы пока не пойдем. Надо пошарить вот в том закоулке. Там у них склад боеприпасов. Позырим, что они приготовили к нашему приходу. Так, пачка сигарет. И это все. Так, очередная тварь, пистолет, пулемет. О, наконец-то хоть что-то полезное. Гаврик. Hey. Just point me to it. Okay. This is what I've got. Так, вот тебе подгон от нашей диаспоры. И чуть-чуть патронов. Будешь у нас автоматчиком, Гаврик. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Да будет свет. И вот здесь, когда мы ходили в музей в Конкорде, мы нашли там ключ. Вот именно от этого склада. Got it. Забираем. Все, что может нам пригодиться. Идем дальше. Так, чтобы не терять времени. Там внизу еще туннель можно зачистить. Всячески поразвлекаться. Но мы время терять не будем. У нас есть чем заняться. Большая бутылка с соской. Это для Гаврика. Мы пойдем сразу к местному боссу. Он живет тут. Так, вот тут нам предстоит серьезная перестрелка. Поэтому действуем максимально аккуратно. Гаврик куда-то смотался. Что было ожидаемо. Вот он, Орлан.
злобу всем буржуям. Мировой пожар раздуем. Да, много патронов улетает с пистолетом. Ну, в принципе, это подобно. Это не оружие дальнего боя. Так, вот так у нас кончился Джаред. И теперь осталось побороться с пулеметными вышками. Одна готова. Подходим ближе. И выносим его в ватсе. Жрем от пуза. Выключаем свет. Так, сейф пока открыть не можем, нам для этого надо залезть наверх и забрать ключ у местного Бармалея. Так. Вот они меня хотят обидеть. Недаром качали стелс. Телефон. Позвоним родителям как-нибудь. Так, здесь тоже какая-то журналка, я помню, была. Тут была какая-то журналка. Извините. Пока еще горло не отошло. Разговариваю тихо. Интересно, что за зараза такая? Так, пистолет-пулемет на продажу. И Джаред. Ключ от сейфа, который у него там. О, какой пистолет-то. Пистолет мы, ребят, с вами берем. И шипастая броня со шлемом, которую мы не берем. Так. Гаврик, еще раз подойдешь, ляжешь. Не ожидал я от него такого идиотизма. Оба-на! Вторая смерть ковбойнёрки. Звучит тревожная музыка. Так, Гаврик, что ли? Гаврик, ты где? Вот когда он был нужен, его на месте не было. Но зато под самый конец он появился. И спутал нам все карты. Не ожидал я того, что он будет маячить у меня перед глазами. Go.
Так, где старик Джаред? Вот как они стреляют через решетчатый пол, я не представляю. Их рикошетом должно было скосить. Но сами видите, стреляют и попадают. Что самое интересное. Так, вот мы, скорее всего, так не смогем. Так, Джаред, минус. Давайте хлебанем. Так, не забываем, у нас осталась одна турель. Так, не забываем о том, что у нас сейчас прибежит Гаврик, чтобы его не расстрелять, потратив на него ценные патроны. Так, ну, пострелять по нему нормально. Ненормально патроны на него тратить. Так, ничего. Наркота. Так, помню, пистолет был неплохой. Так, заходим сюда. Здесь хоть пол нормальный. Если они через него начнут пробивать, то можно смело писать жалобу в ООН. А вот и Гаврик. Еще один коллиматорный заберем. Так, опять же, журналка для милишников. Сохраняемся. И идем дальше. Вот они. Так, гранаты мне тратить на него неохота. Я не просил тебя кричать. Говори, блин, вали отсюда. В общем, в сейфе у него сплошная ерунда. Так, Гаврик. Я говорю, что мы с этим Гавриком посидеем. Такая зараза. Помощи никакой. Один вред вообще. Так, ладно, идем на улицу.
идем к Пупсу. Пупс, держись, мы идем. What do you need? Over there. Got it. Где тут? Я тебе показал, куда тебе идти. Иди отсюда. Иди вою. Get into position. Aye, aye, ma'am. Давай, иди, моряк хренов. Ну так, с помощью 6 патронов Гаврик получает возможность стрелять длинными очередями. 6 патронов, которые мы ему дали. Угу. Так, ну приколимся. О, даже попали. В реальной жизни это было бы невозможно. Так, ну, я не знаю, каким чудом мы это сделали. Так, вон там еще один. Гаврик, я тебе цель подсветил. Так, кто еще хочет комиссарского тела? Ну давай, высунься еще. Вот тебе и камон. Так, ребят, вот на самом деле они еще отсюда любят пострелять. Ну, так как мы в стелсе, надеюсь, прорвемся. Осколочные гранаты, это 5. Так, также пойдем посмотрим, что там было хорошего у этого. Еще одна. И теперь наверх. В принципе, здесь нам прятаться уже смысла нет. А также сшибать лбом косяки в темноте тоже смысла нет. Включаем свет. Патрончики.
Чё? Я еще почему хочу сходить к паладину брейкдансу. Как я и говорил, в прошлой серии у него зачетнейший вообще на самом деле энергетический карабин, который мы просто обязаны взять. Так как ядерных батарей нам тут падает достаточное количество, его можно взять запасным оружием. Он дает ускорение прироста, то есть заполнение индикаторов крита. В общем, много чего полезного он дает. И поначалу, пока мы не можем серьезно улучшать свое собственное оружие, это вещь необходимая. Угу. Гаврик, ты стреляй, не учи меня жить. Вроде никого. Нет. Ошибся. Отключаем свет. Угу. Ну, оттуда она может стрелять до морковкиного заговения. Сокращаем дистанцию. Вот она. Да ладно. И вот так неожиданно выскакиваю из угла. Мы радостно убираем последние препятствия, стоящие между нами и пупсом. Вот он. Упс, ремонт. Ядерные блоки работают на 10% дольше. Нам это не особо нужно, но... Иногда, как показывает практика, нам приходится бегать в силовой броне. Поэтому зачем тратить больше? Энергии. Лучше продать эти блоки. Чем больше в нем энергии, тем он дороже. Так, сейчас весело спускаемся вниз и идем в полицейский участок. Гаврик навернулся с крыши. Какой неловкий. Навернулся и встречает нас внизу. Не свисти, Гаврик. Капитал давно написан. Так, нам надо вниз. Куда-то мы не туда пришли. Птички поют, сверчки.
Идиллия. Так, мы в цех не пойдем больше. Арбуз. Какая прелесть. Зачем мы его схватили? Судя по слоновьему топоту, это нас догнал Гаврик. Так, о. Зомби. Молодец, Гаврик. I guess they aren't gonna need that anymore. Так, сожжем для экономии всякую гадость. Древний глобус, сами знаете чего. Конечно, мы проседаем по здоровью при ударах, даже от не таких серьезных противников, как гули. Ну, пока задел есть, и очки в сопротивление урона мы вкладывать не будем. Конечно, не особой охота играть в стелсе. Ну, почему бы нет? А во-вторых, там есть такая огромная прибавка к урону, что хошь не хошь, а стелсить мы будем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это мы так неосторожно? Да, упреждение здесь брать невозможно.
over here. Must have been a lot of ferals to rip right through these raiders like that. Can't say I'm too sorry about it. Да, пистолет у нас, конечно, не ахти. Ну что делать? Будем работать с тем, что есть. Так, на площади, если кто не знает, мы еще вернемся, поэтому все здесь обшаривать сегодня не будем. Так, по пути зайдем. Пособираем, что попало. Да что тебя? Да ладно, в упор же. Вот что такое высокая сложность игры. Так. Еще бы понятно было бы, если бы им увеличили здоровье, но вот урон от пистолета, конечно, смешной. Так, меняем оружие. Так, 10-миллиметровый пистолет. Где он? Нет, не этот. И не этот. Вот этот. Куда делись наши патроны от него? Вроде бы сотни было. Гаврик, это ты спер? Так, слава богу, у нас там есть еще один запасной по 38-й. Кстати говоря, наверное, есть смысл на него и перейти. Аж 380. Патронов к нему. А 45-го маловато. А, он еще и автоматический. Крутотень. Вообще, автоматическим оружием играть одно удовольствие. За исключением поиска боеприпасов к нему.
all mine. Damn it! For honor, for glory. We've got company. Look. Дамаг никакой. Так. Зато стимуляторов навалом. Ну что, все? We appreciate the assistance, civilian. But what's your business here? Pest exterminator. I heard you had a feral problem. Evading my questions is a surefire way of getting yourself ejected from the compound. Okay. Are you from a local settlement? Do all these questions really matter? After all, I helped you fight those ferals. You make a fair point. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. I'll continue to help, but you owe me an explanation first. Who are you guys? What are you doing here? Very well. I'm over there. We're on recon. Right. I've been trying to send a distress. Владимир Брейкданс. If I may. И его команда. See you, I've modified the radio tower. What we need is our target is ArcJet Systems. We infiltrate the facility. So what do you say? Присоединяемся к братству стали. Let's get moving. Outstanding. А то. Значит, смотрим. Не ожидал я, что мне подсунут. Автоматический. Пистолет. Вот он мне совсем не к месту. Так, ребят, сейчас я обшарю окрестности. И буду заканчивать данную серию. Дальнейший приключение ковбойнерки вы увидите в следующей серии. Вкладываем очки талантов. Так, смотрим куда. Не сюда, не сюда, не сюда. Так, в силу нам осталось воткнуть последнее очко, что мы сделаем за счет пупса. И у нас остается интеллект. Непрокачанный. Вот в интеллект мы с вами и вложимся. Ой, это я поспешил. В общем, как-то с натяжечкой проходим мы задание на данном уровне сложности. Но ведь все равно проходим. Так что грустить повода нет. Если бы нас размазывали при выполнении каждой миссии, тогда бы было бы смысл вкладываться в сопротивление урона. Пока смысла особого я не вижу. Значит, ребят, спасибо за просмотр. Извините за то, что эта серия прошла, то есть вышла несколько короткой и сумбурной. Сегодня у меня такой волнительный день. Спасибо еще раз и до следующей серии.